Фирма «Автодизайн» представляет аварийно-спасательную машину АСМ-4803 «Спасатель» на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ-43118. Машина предназначена для оперативной доставки спасателей и специального спасательного оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения выполнения аварийно-спасательных работ, организации поиска и оказания медицинской помощи пострадавшим, ликвидации локальных очагов пожаров, ведения радиационной и химической разведки, связи и оповещения в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф и стихийных бедствий в тяжелых природно-климатических условиях. Фургон изготовлен из пятислойных теплошумоизоляционных сэндвич-панелей с обвязкой из металлического профиля и разделен на два отсека – жилой и технический. Рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов. АСМ оборудована лебедкой самовытаскивания, двумя топливными баками общей емкостью 560 литров, двумя фарами-прожекторами, телескопической антенной-прожектором. Жилой отсек предназначен для перевозки трех и отдыха двух человек и размещения спецоборудования. В нем оборудованы шкаф для одежды, стеллаж для размещения специального оборудования и два спальных места. Верхнее спальное место опускается вниз и является спинкой нижнего дивана. Под диваном располагается вещевой ящик. В нем установлен автомобильный автономный отопитель с подачей воздуха в жилой и технические отсеки. Пульт управления отопителем установлен на стенке вещевого ящика. Остальной объем ящика дивана предназначен для размещения постельных принадлежностей и оборудования. На потолке отсека смонтированы вентиляционный люк и накрышный вентилятор. В жилом отсеке располагаются средства связи и оповещения, приборы разведки и поиска, средства защиты органов дыхания и медицинское оборудование. Технический отсек предназначен для размещения и перевозки спасательного и вспомогательного оборудования. Оборудование и инструмент укладываются и раскрепляются на стеллажах, поддонах и ящиках, выдвигающихся на всю глубину и надежно фиксирующихся с опорными устройствами в выдвинутом и в транспортном положении. Выносное и съемное оборудование закрепляется и открепляется вручную. В техническом отсеке располагаются гидравлический, пневматический, мото- и электроинструмент, ручной механический инструмент, энергетическое и осветительное оборудование, средства пожаротушения, защитные костюмы, экипировка спасателей, альпинистское снаряжение и средства ограждения. Вход в технический отсек осуществляется через дверь, расположенную на задней стенке фургона. Под ней находится выдвижная лестница-трап для входа в отсек, которая в транспортном положении задвигается в пенал, установленный под полом фургона. На правой и левой стенах технического отсека располагаются распашные борта, состоящие из двух горизонтальных створок, открывающихся вверх и вниз. Нижняя створка открывается вниз, образуя рабочую площадку. Верхняя створка открывается вверх и создает навес. Для удобства подъема на рабочую площадку АСМ оборудована приставными лестницами. Створки распашных бортов имеют гидравлические пружины, облегчающие раскрытие и закрытие, закрываются запорными механизмами и запираются на ключ. На передней стене фургона установлена телескопическая мачта с блоком прожекторов и закреплен топливный бак для отопителя. На крыше фургона смонтирована рабочая площадка с нескользящим покрытием и ограждением, а также закреплены две складные лестницы. В задней ее части установлены два проблесковых маяка синего цвета. На задней стене фургона смонтирована лестница для подъема на крышу. На крыше кабины установлены антенны радиостанции, сигнальное громкоговорящее устройство и рабочая площадка с ограждением и нескользящим покрытием из алюминиевого листа. Многолетний опыт производства фургонов специального назначения оригинальной конструкции и высокое качество выпускаемой продукции позволяет по праву называть фирму «Автодизайн» одним из лидеров в производстве спецавтомобилей для МЧС.